Представляем вам бойца в синем углу клетки. Ему 19 лет, рост 172 сантиметра. Вес составил 56,8 килограммов. Профессиональный дебют. Базовый стиль ММА. Он из города Курчевой. Чеченская республика Исрафил. Шадедов. Его соперник в красном углу. Ему 19 лет, рост 171 сантиметр. Вес составил 59 килограммов ровно. Его профессиональный рекорд – 1 победа, 0 поражений. Базовый стиль ММА. Он из города Ачхой-Мартан. Чеченская республика Арби Закриев. Итак, Арби Закриев против Исрафила Шадедова. Бойцу красного угла за превышение лимита веса объявляется желтая карточка. Ну и с минус баллом, да, начинает Закриев этот поединок. 57 килограмм, наилегчайший вес. Снова у нас представитель Курчелоя, которого мы увидели буквально недавно. И он очень быстро победил. Первый раунд. И Арби Закриев. Интересно. Все больше в Ачхой-Мартане тоже появляется бойцов. Оттуда, мы знаем, из этого города, из этого села. Точнее, Мамед Халидов, Магомед Бибулатов. Это звезды. И вот еще одна звездочка. Посмотрите, как ярко начинает этот поединок спортсмены. На ближней дистанции начали перестрелку. Первая кровь по стопину. Потом с правой руки как здорово Закриев попадает. Отвечает двойкой Шадедов. Еще довольно редкий случай. Да. Оба левши в этом поединке. Очень легко переводит соперника Закриев, проход две ноги, и тут же пытается в боковой контроль зайти. Я бы даже сказал, на удивление легко. Да. Видимо, пока не включился немножко в поединок его, понятно? Есть боковой контроль. И даже некоторый захват сейчас там на шее формируется. Он пытается улучшить позицию, да, прямо, но все-таки где-то закрывает. Все-таки закрывает гард Шадедов. И посмотрите, снизу локтями, как он атакует активно. При этом у него самого такая гематома над правым глазом. И он то же самое пытается сделать у соперника. Апкики, мы знаем, очень опасное оружие. А вот эти удары, они тоже не менее опасны. Посмотрите, какие тяжелые удары доносят до соперника. Закриев тут же пытается забрать спину. Что он и делает, теперь уже, конечно же, нужно постараться сделать захват, выйти на удушающий. Получится ли? Ноги зацеплены. Пока активно сопротивляется, конечно, его оппонент. И вот одну руку просовывает, Закриев. А вот здесь вот этот самый захват может получиться. Растягивает спину. И идет руками сопротивление. Все нормально показывают. А вот здесь. Ну, а вот здесь уже может быть сдача. Ну, посмотрим, показывает. Да, здесь от рук тоже много будет зависеть, потому что, видите, правую руку Шадедов просунул в этот самый замок, и он где-то мешал на 100% закрыть кислород сопернику. Но опять-таки в мауте оказывается, в чистом мауте Закриев, и тут же удары посыпает на соперника. Очень динамичный и быстрый бой. Очень быстро все меняется. Локти, да, через блок, но они очень неприятны. И еще один локоть. А то, что локти делают, мы видели. Да, сегодня уже в предыдущем бою буквально. Сечка здесь. Дело серьезное. Так, неужели сбрасывает? Сбрасывает. Ну, красавец. Скорее, наверное, все-таки сам Закриев. Вы знаете, я потерял бы, честно говоря, тут в том числе отметил бы и самого бойца, потому что он сделал действительно верное движение, занял позицию сверху, в числе прочего, своими трудами. И посмотрите, как быстро начинает реваншироваться Шадедов. Сразу очень плотные, тяжелые удары. А вот здесь вот попытка на, я даже не понимаю, на чего. Что? Выйти? И ну, сам теряет позицию. Есть редчайший прием один, который, в принципе, не стоит никогда делать, потому что он не просто так такой редкий. Там можно было попробовать узел оттуда сделать. Ну и снова Шадедов переводит соперника.
И Арвиз Закриев вынужден защищаться. Но мы видели первую половину раунда, прям как явно, ярко очень атаковал Арвиз Закриев. Сейчас Исрафил Шадидов, конечно, пытается выровнять ситуацию. У него, наверное, это получится, с учетом того, что Закриев с минус баллом, с минусом один балл начал этот поединок. И пропускает сейчас удары. Да, быстро все меняется, конечно. И посмотрите, а вот удар очень неприятный. И их много. Их очень много. И еще теперь посмотрите, ответная попытка удушающего приема. И есть время, 20 секунд. Очень плотно. Да нет, не удалось. А здесь? А вот здесь, да. Но здесь больше на челюсть давление опять. Разворачивается Арбиз Закриев. 10 секунд до конца. А, очень интересный поединок. Ну прям зарубились в первых секунд. И... Молодцы. Настоящее зрелище продемонстрировали бойцы. Но у нас сейчас время секундантов, чтобы стараться максимально быстро восстановить своих бойцов. Ну и лучшие моменты посмотрим, друзья. Итак, Исрафил Закриев против... Ну, Исрафил Шадидов, конечно, против Арбиза Закриева. Это второй раунд. И, конечно, такой... Оу! Ничего себе! Хотел сказать, такой скорости нет, как в первом раунде. Но посмотрите, ударов-то не меньше. Да, не менее... Шадидова есть. Менее быстрые, наверное, но, тем не менее, до цели доходит. Посмотрите, все точнее становится Шадидов. Интересная была связка вот этих фронт-киков с руками. Попытка перевода, а вот здесь ее блокирует процентов на 70, наверное, Шадид Закриев. Исрафил Шадидов. Попытка треугольника, но ноги нужно заправить лучше. Хорошо, грамотно в сторону ушел Закриев, не позволил. А здесь что будет? Здесь ничего не будет. Здесь будет боковой контроль Закриева. Да, рычага не случилось. Ну, да, борьба, конечно, это очень важно. И сейчас в обе стороны мы видим доказательства. Ну, проснулся, конечно, боец не в угла. Наверное, чувствует больше сил. Действительно, возможно, он меньше потратил в том раунде. И теперь старается наверстать. Закриев именно очень... в ударах в позиционном доминировании. Закриев очень быстро взорвался, очень быстро начал активный поединок. Ну а затем... Подгорел. Да, подгорел. Возможно, знаете, бывает такое, часто бойцы говорят, что плохо восстановился. И я понимаю, что у меня... На второй, третий раунд не хватит, нужно все быстро завершить. И вполне возможно, за Криво была такая ситуация. Да, я пытался понять, тем более, что мы помним, он вышел с минус баллом. Это значит, у него были проблемы со взломкой. А сейчас еще одна попытка удушающего. Теперь за Криво, но сил не хватает. Он замок разжимает. Тут же Шадидов наносит удары один за другим. Улучшает позицию. Удары не самые плотные, но количество большое, очень большое. А вот здесь вот размашистый начинает бить. Ну,
Да, так и до остановки дойти можно. Ну, глухой обороны от Закриева мы не видим. Ну, в принципе, гард, из положения гард редко останавливает поединки, даже при сильных добиваниях конкретных. Поэтому, скорее всего, все-таки будет либо какая-то смена позиции. И будет продолжать насыпаться так удары. Да, пропускает знатно Закриев. И вот сейчас, смотрите, очень близкое количество тому, чтобы переросло в качество. Может быть, теперь Шадедов выдохнется, и Закриев снова возьмет свое. Все. Не успел Шадедов выдохнуться, и все-таки он одерживает победу в этом поединке, с чем мы его поздравляем. Да, очень сложный бой для Арбия Закриева. Но, в принципе, для обоих спортсменов. Посмотрите, вот этот тут классный апперкот, где чуть подсел соперник. Да, вот. Очень ярко, конечно, получилось. Бой остановлен на 3 минуте 22 секунде второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Исрафил Шадедов. Которого мы поздравляем и, конечно, желаем скорейшего и успешного возвращения его оппонентов.